Не надо. Идите, свяжись, да. Но дети. Детям это надо говорить, кто они. Детям дома. И пусть в школе, вот им там временно, в оккупированных школах. Когда, знаете, мы календарь мая. И нет, мы не будем спички, консервы. Давай, лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто, алло? Ничего, и страшно. Но! Это наша граница. Я понимаю. Я все понимаю. Сложность. Часть людей там информационно. Информационно там, говорю, там это здесь. И люди на свете информационно раздавлены, информационно пронизаны. Вот. А кто-то даже приезжал на контрольную Украину, не нашел и поверил, убежал от боевиков, приехал и не нашел себя. Марья Васильевна, помните, когда вот эти все, мы хотим, кому? И ты понимаешь, что никому! Вот здесь я не совсем понял, если честно. Эту историю обязательно вернуть, и мы точно вернем. Неприятного вкуса на утро. Но я это воспринял, что-то странно, но с другой стороны мы привыкли жить уже против чего-то и сами не понимая чего, иногда не понимая, что у них в руках. Ну, в общем, очень хочется это все вот назад. Да, пачка, все, оп, все. Это история. Поэтому здесь нету нормальный, ненормальный. Здесь есть ты и кто. Сам для себя ответь. Я это всегда говорил, что... Нет, ну, извините. Так. Ведь вы как? Вы что? Я... Нет, очки. Подожди. Нет, подождите вы.